Так, наверное, сделаем вот так. Блин, можно было и тех подождать. Ну ладно. Закрыто на простой замок. Ракон Парк. Это главный вход в Ракон Парк. Закрыто. Похоже, полностью сломано. Блин, какой-то резвый-то. Ладно. Так, добивать вас не придется, что ли? Блин, 93% уже сразу. Сразу 7% истратил с автомата. Вот и госпиталь. Жалюзи опущены. Сколько трупов-то? Ох ты ж, ё-моё! Офигеть! Охотники. С ними это опасно будет, опасно. Здесь очень, что там, чисто? Очень чисто, я смотрю. Жалюзи опущены. Так, здесь ничего, значит. Идем дальше. Так, отлично, сейв рум. Занавески задвинуты, я ничего не вижу. Ничего подозрительного. Че, совсем ничего нету, что ли? Различные медикаменты. Жесть. Аптечка. Бесчисленное количество медицинских карточек. Трава тут у нас. Ладно, не надо. Его шея была выгрызена изнутри. Взять предмет диктофон. Портативный диктофон. На нем записан диагноз пациента. Карта госпиталя давайте возьмем. Что там? 10 третьих, 6 пм. Мы будем на вечеринке в баре Black Jack. Отлично, патроны для пистолета взяли. Похоже, кто-то здесь уже пошарил. Дневник директора. 10 сентября. Сначала эти пациенты страдают от гангрены и закупорок сосудов. Затем они начинают терять рассудок. Через некоторое время они становятся совершенно безумными. После этого кажется бессмысленным даже убивать их из жалости. В конце концов, они уже мертвы.
Я никогда не видел ничего подобного. Как только пациент теряет рассудок, он становится похож на кровожадное животное. 18 сентября. В больницу поступил еще один пациент. Пока что у него только первый симптом этой болезни. Но я не спал уже несколько дней. Я не могу позволить, чтобы эти люди становились зомби. Я врач. Даже если я умру, мои записи помогут найти способ лечения. Мы потеряли большую часть врачей и персонала в бою с пациентами-зомби. В таких условиях невозможно поддерживать порядок в больнице. Я знаю, что меня уже не спасти. Я начинаю чувствовать этот же страшный голод, что и мои пациенты. Меня уже не спасти. В любом случае ему вырезали горло. Кстати, изнутри там написано. Не знаю, как, кто мог это изнутри ему сделать. Хищники, что ли? Ой, хищники, охотники. Хищники. Недопитый кофе. Так, ну все, тут больше ничего нету, похоже. Замок с распознанием голоса. Нажать кнопку микрофона. Пожалуйста, скажите что-нибудь. Микрофон. There also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However. На какой этаж перейти? Так, у нас есть выбор. 4Э, Б3. Давайте на 4-й. Ох ты! Это вы кто такие? Так, 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 отвали, отвали, отвали от меня. Что за пьявки? Пистолет лучше возьмем. Автомат. Похоже, здесь что-то было. Автомат на охотников будем тратить. Тело врача, он держит бланк. На бланке написано 104. Больше ничего нету. Будьте осторожны, избегайте передозировок. Закрыто, на двери табличка 102, 402. Жив? Ты тоже. Что случилось? Что происходит? Я один из наблюдателей. Тебе достаточно знать это. Подожди. Какие-то наблюдатели еще. Рван.
рвануло-то нехило, я скажу. Картонная коробка с химикатами. Николай. Это медицинская книга. Как и Вескер. В первой части. Предатель. Неизвестные существа, погруженные в формалин. Взять ключ от лазарета. Фотография С. Зомби идут. На обороте надпись «Действие вируса Т». А, фото Д даже, не С, Д. С было у нас. Так, давайте-ка посмотрим. Ничего не пропустили? Нет, отлично, все по порядку. Там слишком темно. Так, и все, что ли? Ничего не это. Лазарета. Отлично. Так, здесь у нас никаких пьявок нету. Похоже, здесь что-то было. Током шлепнуло. Неправильно, значит. Так, давайте-ка тогда в другое место, вот сюда, в угол. Да ну, тоже нет. Так, у нас еще два угла осталось. Не так уж и много, в принципе. Так-с. Ну давайте сюда. Понятно. Остался еще один угол. Вот. Тут-то мы уже не промахнемся. Все углы, короче, собрали. И сейф закрыто на кодовый замок, первая цифра. Так, доктор у нас держал там записку 104. Давайте попробуем. Отлично.
Взять предмет основы вакцины. Основа для создания вакцины. Ее нужно смешать с питательной средой. Так, ну мы здесь все сделали. Отправляемся на следующий этаж, который остался. Воу-воу. Так, ребята. Действительно, тут много. Так, ну хоть... Ой, не то. Хоть патроны для автомата не истратили. Это радует. Давайте-ка посмотрим, здесь-то есть что. Ручные тележки и старые устройства мониторинга. А тут и бомба. Можно было как-нибудь пробежать мимо них и взорвать. Ладно. Так, вижу. Я тебя вижу. Так, там цокает. Еще один. Давай, подходи. Ух ты какой! Блин, какие они резвые-то. Отлично, патроны для пистолета еще взяли. Мензурки и пробирки. Также их родители. Пусто. Блин, тоже можно было выстрелить бомбу. Чё-то я вообще туплю. Бутылочки с различными вирусами. Закрыто на сложный замок. Открыть невозможно. Странно. Это микроскоп высокого увеличения. Неизвестные существа в резервуаре. Неизвестные охотники там плавают, бультыхаются. Так, питательная основа. Материал для создания питательной среды для приготовления вакцины. Его нужно смешать с различными химикатами. Руководство медика. Корпорация Umbrella, медицинская служба с североамериканского отделения Douglas Rover. Для того, чтобы активировать синтезаторы и культивировать вакцину, следуйте ниже следующими инструкциями. Первое. Подключите систему к источнику энергии. Второе. Поместите в прибор основу питательной среды. Когда прибор будет готов к работе, можете начинать готовить питательную среду для вакцины. Для того, чтобы приготовить вакцину, вам нужно действовать 5 рычагами. Они приводят к движению 2 стрелки. Когда вы приведете обе стрелки в центральное положение,
производство вакцины начнется автоматически. Так. Еще крутить, вертеть будем сейчас. Это, похоже, переключатель энергии. Он находится рядом с резервуаром культивации. Включить подачу. Да, давайте. Так, ну а в дальнейшем будем, наверное, сражаться еще и с охотниками. Вы будете управлять синтезатором? Да. Итак, что нам надо, чтобы среднее положение, да, было? Еще и ниже. Давайте нижний посмотрим. Отлично. Взять предмет питательная среда. Давайте. Так, питательная среда для приготовления вакцины. Ее нужно смешать с основной вакциной. Ну, давайте это и сделаем. Вакцина эффективная против вируса. Круто. Так, так, теперь валим отсюда. О-о-о! Успел. Фу. Я думал... На момент подумал, что мне конец. Все, возвращаемся к Джилл. Надо ее вылечить. Я думаю, она нас заждалась там уже. Я тут вообще не ожидал увидеть, если честно. Отлично, еще патроны есть. Это похоже бомба с часовым механизмом. Так, валим. Давай. Николай, молодец, заминировал все. Так, а тут у нас зомби. Похоже, Немезис шарится.
Когда же он сдохнет? Ай-яй-яй. Он еще и мутированный уже. Надо добраться до своего рума. Вообще дверь выломал. Молодец. Эй, ты в порядке? Да. Трудом. Что происходит? Дела плохи. Этот не сдается. Что? Я думала, мы его убили. Нет, он поджидает тебя. Он играет с нами. Карлос, ты считаешь, его нельзя остановить? Я так не думаю. Прости, Джилл, мне нужно кое о чем позаботиться. Да, еще у меня плохие новости. Николай все еще жив. Николай, ты уверен? Да. Я не знаю как, но я знаю, что он наш враг. Помни, ему нельзя доверять.